Из Финляндии с пересадкой меньше часа назад в Петербург прибыл «Аллегро», который в итоге опоздал более чем на 2 часа от расчетного времени. Из-за неких технических неполадок, каких именно не сообщается, еще на территории Финляндии пассажиров пересадили в другой состав. Из-за этой вынужденной операции возникло опоздание, пояснили в дирекции Октябрьской дороги. Кстати, эта заминка повлекла и дальнейшую корректировку расписания. В обратном направлении с Петербурга в Хельсинки состав выехал с часовой задержкой. Все остальные рейсы, по словам представителей компании, будут, как обычно, строго по расписанию.